Духовой оркестр встречал гостей праздника Победы, решивших отдать дань памяти тем, кто в годы войны оборонял рубежи в горах Кавказа. В 1942 году эти красивейшие места стали ареной боев. Немало сил и жизни было отдано в сражениях за эти земли. Сегодня дети, внуки и правнуки героев с гордостью вспоминают о павших и выживших в те годы. Прям со слезами на глазах действительно прошли и в бессмертном полку, и приехали сюда отдать дань именно нашим родственникам, которые погибли за то, чтобы мы жили. То, что помним, это хорошо. То, что праздник делаем, это хорошо. Это для них и для будущего поколения. На горном приюте «Психака» в день празднования Победы развернули полевую кухню. Порцию каши могли попробовать не только гости курорта, но и жители Красной Поляны и города, которых здесь было немало. К слову, цена на подъем по канатным дорогам комплекса составляла всего 300 рублей. Для школьников – 150. Мы здесь потанцевали, повеселились. Вот. Каши поели. Атмосфера понравилась. Атмосфера, вот это веселье, вот эта гордость за то, что люди вот вспоминают вот эти дни. Днем Победы! Ура! Пока юные гости в крытых павильонах писали письма фронтовикам и создавали открытки, взрослые осматривали военную технику. Несколько боевых единиц зенитно-ракетного комплекса развернули прямо на площадке. Это праздник для всех радостный, потому что мы одержали победу в такой войне, которая принесла много страданий, и об этом нужно помнить всегда. Праздник этот еще связан с гордостью за наших предков, которые выстояли эти сложные моменты. В наших детях мы патриотизм воспитываем, что Россия самая великая страна. В праздничные дни, несмотря на капризы погоды, порядка 5000 человек посетили горный приют «Психака», который к тому же является и центром ряда пешеходных экскурсионных маршрутов. Их сезон уже начался. Рената Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.